мост. Но пока караван не прибыл, полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность получше разведать окрестности.
приехал. Вот это да! А я вас дядя сразу Артём, увидел потенциал. А вы Мишку моего найдете? Ах, хороша! Сразу видно, хоп. Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама! Мишка вернулся! А что сказать надо? Ой, спасибо, дядя Артём! Большущее! Артём, поднимись в рубку, дело есть! Спасибо вам огромное, Артём. У меня просто слов нет. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. Я твой должник. Артём, поднимайся быстрей. Давай, давай. Батя ждет. Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады? Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет. А вы же спецназ? Не танкисты? Удачи, Артём. Ну, здоров, рейнджер. Чего-то я из-за тебя распереживался. Старею, видать. Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Артём, смотри. Я для тихаря улучшение приготовил, так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Ну что, брат, готов к последнему рывку? Это чего это? Оттуда с башни, что ли? Ух ты! Спасибо, братуха! Круто, спасибо! Спасибо вам, спасибо! Вы не представляете, что это для нас значит! Спасибо! Мы ведь... На этом вагоне, год назад сюда. Столько всего потом произошло. Артём, наши в порт длинной дорогой пошли. А ты можешь быстрее. Вон там лодка есть. Ну или с башни по тросу. Ну, Артём, ни пух, ни пера.
Удачи вам, ребят. И в порту, и на мосту. Мы тут заждались уже все. Аня сильно переживала. А я ей говорю, Святослав Константинович его не зря посылает на самые трудные задания. Доверяет. Артём, мы на позициях. Ждём. Артём, вижу тебя. Поднимайся ко мне на кран. Я здесь. Пропажа ты моя. Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но Крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охрана человек 15. Четверо у трапа на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. К
князь, слева от ангара. Прием. Князь на месте, готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артём, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Да чего возиться? Уложить их всех, и дело в шляпе. Прекратить базар. Артём командир, ему и решать. Эти люди нам злой силы. Огонь! Его заметили! Огонь!
хап, под орех разделали! Раз и наповал, никто и не пикнул! Да уж, князь, какие мы молодцы! Перестреляли не убивайте, я могу заплатить! Или товар, товар возьмите! Спокойно, свои! Отлично сработал, Артём! Жаль все же, что по-тихому не получилось. Ну что, ребята, готовимся к отплытию? Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи! Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удача нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Ура! По местам стоять, якоря сниматься! Сейчас где-то полпути пройдем и 3-4 часа в камышах покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего, да и они все после заутренней сонной будут. Артём, князь, мы того, приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костер. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки. Удачи! Мы его излученный корягу поймали, весь борт разворотило. Пришлось на место сажать. Артём, князь, Аврора скрытно выдвигается на исход. Готовы начинать по вашему сигналу. Принято, товарищ полковник. Работаем. Селандии говорил. Кто явился? Слуги сатаны! Ты как на заутренней не был? Не был. Допрыгаешься. Пошлет святой отец демонов искоренять. Но рано ведь. Вы хоть расскажите, что было? Ладно уж. В общем, еретик прямо на проповедь к концу Силантию явился. Наши по лодкам и туда отца спасать. А еретик их там всех почти положил. Кто сдался, только тех не тронул. Ну и вообще, нужно, кто там был, не тронул. Не все человеческое растерял, значит, хоть и еретик. И Катька эта ведьма с отродьем своим сбежала. Говорят, у еретиков ее видели. Думаешь, нападут они? Да кто их знает? Это же еретики, царь рыбы их возьми. Да уж, им бы убивать только одно слово нехристи. Это еще что за нечисть? Что случилось, брат? Проходи, еретик проклятый! Вон он! Прислужник дьявола! Ах ты, сатана! На тебе, еретик! Получай гранату! Спасайтесь!
тебе, сволочь! Ну куда он теперь денется, еретик этот? Братья, пока он не удрал. Все, я сдаюсь! Не стрелять только, ибо блаженны миротворцы!